Здравствуйте. В эфире программа телеканала «Самара ГИС» «Право на маму». По традиции мы подготовили для вас два рассказа о детях, которые оказались в сложной жизненной ситуации, о детях без попечения родителей. Познакомим с мальчиком Жаламом. Человек с таким именем всегда стремится быть лидером, обязательно достигает поставленных целей и проявляет большую самостоятельность. А еще расскажем о доме ребенка Солнышко, которому исполнилось 90 лет. Смотрите программу «Право на маму» на телеканале «Самара ГИС» в понедельник, 9 октября, в 18:45.